сообщение. Простите, даже не знаю. Мы вот как поступим. Вы дадите мне карточку вашего отеля. Да. И укажете в ней его номер. Пишите. Я хочу потом ему позвонить. У вас не будет проблем. Я просто позвоню. Номер 338. Большое спасибо. Скажите, а где здесь туалет? За углом справа. Вы очень любезны. Большое спасибо. Да. Сеньор Салабери, извините, что беспокою. Пришел один сеньор, спрашивал вас. Да, а какой он? Молодой, высокий блондин. Я сказал, что вы не хотите, чтобы вас беспокоили. Если он появится, позвоните мне. Я сообщу в охрану. Да, хорошо, спасибо. Тебе лучше уйти. Я же говорил. Не надо было врываться. А вот это уже лишнее. Яго, мне кажется, тебе не стоит оставаться. Ты ведь все равно ничего не изменишь. Морена, ты уже не в силах ничего изменить. Она здесь. У нас все по-прежнему. Веди себя достойно. Исчезни. Вот так удача. $15,000 за одну ночь. И долго вы играли? Около 3 часов. Такая удача не часто выпадает. Как-то раз в Техасе я сорвал банк в одном казино. А где девушки? Ты знаешь каких-нибудь девушек? Я плачу. Поедем к девчонкам. Черт, в чем дело? Не знаю. Нам лучше помолчать. Залезай, поторопись. Скорее, гони деньги. Гони, я сказал. Выметайся. Готово. Сваливаем. Я не могу оставить его здесь одного. Проваливай, я сказал. Понял, понял. У вас счастливая рука. Поздравляю, Рейносо. Подожди, надо поговорить. Чего тебе говори? Нет, наедине. Отойдем. Что случилось? На нас напали. Рейносо. Что? То, что слышал, на нас напали. Чино грязно играет. Неужели? Точно. Ты его видел? Да. Я вез сеньора в отель. Какая-то машина преградила нам дорогу. Из нее выскочили 2 лба, обчистили американцы и выбросили его на дорогу. Я ничего не мог сделать. Но когда я уезжал, то заметил, что за рулем сидел Чино. Привет, Карденес. Как ты? Задание выполнено. Отлично, спасибо. Здесь все. Поздравляю. Бери. Развлечешься. Ты ничего не видел. И вообще, ты слеп, глух и нем. Все ясно. Ну, иди. Я знаю, что дурно поступил.
Но я сделал это ради нас. Ты проснулась, Морено? Как ты себя чувствуешь? Где я? Что я делаю у тебя? Что ты делаешь, Яго? Я уезжаю. Но почему? Яго, успокойся. Успокойся, прошу тебя. Дай мне твой рюкзак. Я уезжаю. Дай рюкзак. Ты оказалась права. Морено была с Томасом. В его постели. А какое отношение это имеет к тебе? Я люблю ее. Я люблю ее. Вы встречались? Иди ко мне. Нет. Иди. Я не могу этого вынести. Увези меня отсюда, пожалуйста. Увези. Ты не можешь уехать. Ты должен остаться здесь, с нами. Я больше не могу. Не могу. Не понимая, что я здесь с тобой делаю, Томас. Ты не помнишь, что было вчера? Нет. Неужели? Мы ужинали в ресторане, беседовали о работе. Тебе стало нехорошо. Там случайно оказался врач, и я попросил его тебя осмотреть. Объяснил, что мы с тобой друзья, он согласился. Ты уже плохо соображала. Он сказал, что ничего страшного нет, и тебе надо просто отдохнуть. Вот и все, что произошло. Я ничего не понимаю из того, что ты говоришь. Я тебе не верю. Я не слышала, как вы вошли, сеньор. Я вас тоже не сразу заметил. Как спала сеньорита? Очень хорошо, спокойно. Да? Я принесла аспирин. Он ей понадобится. Вы очень любезны. Спасибо. Большое спасибо. Я вас оставлю. Хорошо. Я снял для себя другой номер. Не мог же я воспользоваться ситуацией. Пойду посплю немного. Я всю ночь волновался. Отдыхай и...